Всем привет! Вы на канале Та-та-та Пати. Меня зовут Таня. Кто еще не знает, сегодня я хочу вам показать распаковку посылок. У меня пришло 3 посылки. Одна пришла уже достаточно давно, я ее вскрыла, начала пользоваться. И 2 другие я раскрыла, чтобы не шуршать в кадре. Поэтому, если вам интересно такое видео, начинаем. Первая посылка, которая ко мне пришла уже давно, пришла в коробке. Здесь было много всякой пупырчатой пленки, чтобы ничто не повредилось. Эта посылка пришла из Кореи. Это косметика Елизавека. Мне пришло 4 средства. Первое, что я давно хотела попробовать, это вот такие пады, пилинг-пады. Они очень удобные, и их достаточно много, и они вот в такой упаковке. Подробнее о этой косметике я запишу отдельный ролик, поэтому не переживайте, видео на канале обязательно появится. Следующее, что я хотела попробовать, это пептидная сыворотка 3D Fix Shooting Bubble Essence 100 мл. Она находится, сейчас я покажу, в какой упаковке. В общем, упаковка выглядит вот так, а сама сыворотка находится вот в такой баночке. Следующее, что я хотела попробовать в этой марке, это улиточный крем для лица с экстрактом муцина улитки. Насколько я помню, здесь в составе 90% муцина улитки, что очень-очень классно. И в ролике о этой косметике я обязательно вам покажу, как отличить крем, в который содержится муцина улитки, и можно понять процентное содержание, потому что это очень хорошо заметно, когда ты трогаешь крем с муцином улитки. И последнее, что мне пришло из марки Елизавека, это крем для глаз, называется White Bomb Ear Cream, то есть, скорее всего, отбеливающий крем для области вокруг глаз. Вот так он выглядит. Как всегда, все упаковки достаточно милые. Где-то изображены хрюшки, где-то, например, на улиточном креме изображен логотип бренда, это вот такой милый кролик в очках. Также он присутствует на всех баночках, этот кролик. Хрюшки присутствуют практически везде. Даже когда открываешь сыворотку, мы видим изображение хрюшки внутри упаковки. Это очень мило, очень прикольно. И косметика Елизавека мне очень-очень нравится. Это у меня уже 3-я посылка, и я просто в восторге от этой косметики. Ролики на предыдущие посылки Елизавеки я обязательно оставлю в инфобоксе, поэтому, если вам интересно, заглядывайте туда. Дальше посылка сайта Bon Pretty Store. Это посылка, можно сказать, такая маленькая. Здесь все приходит с сайта Bon Pretty Store в мелких пакетах. Они идут без трек-номера, это, конечно, очень плохо, и они не отслеживаются, непонятно где они, непонятно когда они придут. Я заказала 4 маленьких вот таких гель-лака. Мы с вами в другом ролике обязательно их попробуем. Также я заказала очень красивые стразы, они очень красиво сверкают и переливаются. Обязательно их посмотрим поближе. И также я заказала кисточку для прорисовки. Это маленькая кисточка, тоненькая. Давайте я ее открою и покажу поближе. Кисточка выглядит вот так. Это кисточка Баон, но она у меня была такая в пластиковой, с пластиковой ручкой, а это такая кисточка, которая похожа на художественную, ее очень удобно держать, и здесь очень-очень тоненькая кисточка. Кисточка находится в клею, поэтому ее лучше всего, конечно, сначала избавить от клея. Клеем покрывают кисти, чтобы они
не повредились в дороге. Вот какие я заказала гель-лаки. Давайте вместе с вами я как раз посмотрю. У меня уже есть такой один гель-лак. Он такой дуохромистый. Сейчас он у меня находится поверх голубого лака. Я заказала такой вот зелененький, салатовый. Кстати, гель-лаки достаточно густые. И я думаю, они отлично будут перекрывать ногтевую пластину. Но я заказывала их для дизайнов. Вообще ничего не имею против китайских гель-лаков именно для дизайнов, потому что они покрывают не весь ноготь. Здесь вот такой яркий, ярко-розовый какой-то. Будем с вами рисовать цветочки. Наверное, посмотрим. Не было у меня давно дизайна с цветочками. Мне кажется, последний дизайн с цветочками я делала очень-очень давно. С обычными лаками, со стемпингом и так далее. Также вот такой шоколадный, коричневый. Я ищу хороший такой шоколадно-серый оттенок для рисования кожи, лица, чтобы он подходил для рисования людей. Поэтому не знаю, буду пробовать. И, конечно, обязательно в каких-нибудь роликах я расскажу об этом вам. И последний, четвертый лак, это вот такой вот синенький. Все гель-лаки пришли в хорошем состоянии, не побиты. Также они идут каждый в индивидуальном пакетике. И последняя посылка ко мне пришла совершенно недавно. Это натуральная косметика. Называется она Шоконат. Здесь положили несколько брошюр. Также была накладная. Полностью журнал со всей косметикой Шоконат. Если кому-то интересно почитать в печатном варианте, а не на сайте. В принципе, у них на сайте очень хорошая и подробная информация. И вот такая вот брошюрка с ягодами Годжи. Все было очень хорошо упаковано. Пупырки, плюс была бумага, чтобы не болтались баночки и коробочки. Я заказала шоколадный скраб для рук. Он идет шоколад и абрикос. Идет вот в такой баночке. Здесь у нас сколько миллилитров? Здесь у нас 150 миллилитров. Глубоко очищает кожу, активирует кровообращение, восстанавливает нормальный тонус и эластичность кожи. Состав: масло какао, кофейные молотые зерна, абрикосовая косточка, черемуховая косточка, косточка кедрового ореха, природная соль с морскими минералами, мед и мумиё. Мне очень уже хочется попробовать этот скраб для рук. Также, не отходя от темы рук, я заказала помимо скраба еще маску. Это шоколадная маска для рук с маслом авокадо. Питательная, восстанавливающая. Выглядит она очень-очень странно. Давайте при вас открою. Тут приклеена крышечка верхняя, чтобы было видно вскрытие. Маска выглядит вот так и напоминает очень шоколад. Причем замерзший шоколад, она очень-очень твердая. И тут нужно... Это непростая маска, как мне казалось. Я думала, что можно эту маску просто нанести на ручки, распределить и подождать. Но сейчас я смотрю способ применения. Нужно растопить на водяной бане 20-30 грамм массы, нанести на кожу рук, сделать пленочное обертывание, смыть теплой водой через 15-20 минут. Возможно использование маски в домашних условиях. Тонизирует, увлажняет и питает кожу, восстанавливает структуру кожи рук, укрепляет соединительную ткань. Очень интересно попробовать эту маску, потому что она очень необычно выглядит и... Я впервые вижу такого рода маски для рук. Дальше я заказала
два средства со спирулиной. Первое — это маска со спирулиной для сужения пор проблемной жирной и комбинированной кожи. Выглядит баночка вот так. Это такая маленькая, миниатюрная, очень интересная баночка. Она выполнена из пластика. У нее есть вот такой очень удобный замочек. Я люблю такого рода баночки, и это очень мило и интересно выглядит в ванной. Также со спирулиной я заказала мезопилинг со спирулиной и аха-кислотами для глубокой очистки и омоложения любого типа кожи. Это что-то необычное, я такое еще не пробовала. Выглядит все это вот так. Обязательно о каких-либо продуктах я буду рассказывать в других своих роликах, поэтому не переживайте, все обязательно будет. Выглядит баночка вот так. Здесь идет помповый дозатор, что очень-очень удобно. Гель-маска обладает мощным очищающим и омолаживающим свойствами, подтягивает, обеспечивает мгновенный лифтинг, выравнивает рельеф и цвет лица, насыщает кожу витаминами и нутриентами, восстанавливает коллаген и эластин кожи. Повышает эластичность и гибкость кожи, предотвращает появление морщин. Тут у нас написан весь состав, тут вода шунгитовая, с ионами серебра, пектин, липодерм, спирулина, каолин, аха-кислоты. Все это, можно сказать, находится, все это находится в начале списка. Это очень-очень круто и просто респект производителю. Также здесь есть экстракты шиповника, гинкго белой бобы, кожуры граната, каланхоэ, водоросли, ламинарии, масло зародыши пшеницы, ши, камелии. В применении написано, что нужно нанести на кожу, оставить на 10 минут и потом смыть водой. Это тоже очень необычный способ применения гель-ликера. Это что-то типа маски, но похожее на крем. Поэтому обязательно буду пробовать, обязательно вам все расскажу. Тут также в подарок положили крем-суфле для лица золотое ультра-омоложение, крем для лица антиакне со спирулиной и гель-маска молочный шоколад для любого типа кожи. На обратной стороне, конечно, есть состав, описание и способ применения. Все это безумно вкусно пахнет, даже хочется все это скушать, поэтому подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, я сниму обязательно про все эти средства другие ролики, более подробные. А это была такая легкая и домашняя распаковка, непринужденная. Если вам понравилось такое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пока-пока!